Ибраимова. Смотрим. Ну что, самое время показывать все свои эмоции. И сразу же с миддлкика начинает лихо Томаш Дек. Ух, как мы его ждали, честно говоря. Давненько он не выступал. Да, и с переменным успехом. Сейчас он на серии из двух побед. Еще один удар ногой. Чуть пониже Томаш Дек. И вообще у него такая низкая стойка. Ну а Раскубек держится уверенно на дистанции. У него есть преимущество в размахе. Настоящая жара была действительно на взвешивании. Но что будет сейчас? Пока, кажется, небольшое затишье перед, возможно, бурей. Разбрасывается очень хорошо Дек. То правый хайкик слева сразу добавил. Выжидательную позицию больше занимает Ибраимов. Ждет, ждет для того, чтобы ответить. Как раз, да, колено вот это как будто бы летит. И у нас в разных стойках бойцы правосторонние у Ибраимова. Под жалобу здорово сейчас Томаш Дек. Ему комфортно работать, и он бросается в эту борьбу. Это можно было предположить. Вот кто сильнее и лучше здесь. И получится ли вообще тейкдаун у словацкого спортсмена. Да, сейчас определяющий момент для всего поединка и очень показательный. Сейчас посмотрим, насколько сопоставим уровень борьбы или уровень, в частности, работы возле сетки и у того, и у другого в оборонительной и атакующей позиции. Вкладывает корпус, но не получается о том, что Дека улучшить позицию, как и не получается у Раскулбека выбежать из этого захвата. Вот сейчас, наконец-то, разорвалась дистанция. Мимо. Аналогичная атака от Томаша Дека. Здорово. Разбросался Ибраимов и полетел вперед. Еще одно колено зацепил совершенно точно. Поплыл Томаш Дека. Посмотрите, что делает. Все! Раскулбек. Вау, просто снес. Просто снес. Раскулбек Ибраимов Томаша Дека. Вот такого давненько не было. Да, в партере то выиграл, то проигрывал Томаш Дек. Все было на тоненького, близкие поединки. Но чтобы вот так переезжали Томаша, это было давно. Впечатляющая победа. Смотрим еще раз, как это было. Ну и здесь уже пассивная оборона. Герихан Шабилов абсолютно правильно остановил встречу. Остановки боя. Минута и 54 секунды первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 1:54 of round number one. Тактическим нокаутом добивание. Победу одержал and your winner by tactical knockout punches. Раскулбек. Добрый Кракен. Ибраимов. Поздравляем Раскулбека с этим успехом. Более чем впечатляющий.